Олег, залезай. Так иди. Вот аптечка стоит. Иди забирай. Что? Давай. Поднимай. Ну чё, ку молодой, с тобой как обычно Клэнси. Я уверен, что ты очень долго ждал рубрику, где я кого-то троллю из банды. И вот я вместе с Андрюшенькой решил затроллить Олежика Кофе. В принципе, мы троллили друг друга все каточки. Так что, в принципе, ну, наверное, не очень хорошо будет назвать, что это троллинг Олега, но Олега мы затроллили чаще. Соответственно, с тебя лайкосик, если ты хочешь еще подобный ролик. Ну, а я тем временем посмотрю на лайки, на комментарии. Комментарии я, к слову, читаю, так что тоже их пиши. И еще, ребят, 50% людей, кто смотрит мои ролики, почему-то не подписаны на канал. Давайте исправим это положение и красненькую кнопочку подписаться сделаем серой. А если у тебя кнопочка серая уже, то ты красавчик. Ну что же, давай будем приступать уже к ролику. И да, давай ты подпишешься на мой инстаграм, который сейчас ты видишь на экране, и на мой телеграм-канал, который есть в описании и тоже, в принципе, сейчас у тебя на экране. Ладно, мы приступаем. Поехали. Сейчас я пойду чай заварю. Все, да ты заебал, только что отходил его заваривать. Да я ноутбуком ходил. Бездонная кружка, что ли, или что, блядь? Я ноутбуком ходил, говорю уже. Ты меня Олег, слышишь или нет? Олег, Кофе, давай без агрессии. Андрей начал первый сейчас. Олег, Кофе, в твоих же интересах сейчас сделайте так, чтобы Андрей зашел в течение 4 секунд. Паша, ты рейди нажмешь или нет? Олег, Кофе, ты... Меняй карту, нахуй. Меняй карту, Олег, Кофе. Уебищная карта. В смысле? Я хочу на зимний записать. Сейчас лето, Олег. Если мы будем записывать на зимний, особенно в такой одежде, то хуйня. Понимаешь? У меня нет куртки, например. Что Рэдди, ты с этим? Нажимай и пошли. Олег, купи нам курточки в реальной жизни, закажи нам. Ага. Стонайлонские эти, блядь. Закажи нам. В смысле, заходишь в интернет-магазин. Может, Суприм лучше будет с Луи Витоном? Не, мне не надо, я не пью. Мне тоже не надо. Интересно. Так, ребята, давайте не ссориться, нам еще сегодня много роликов снять надо. Я не ссорюсь. Олег, ножичков у нас на всех хватит. Кого хватит? Ножичков. Каких? CSGO. А, ты, блядь, фильм не смотрел, ты же, блядь, пиздец, нахуй. Ты же Высоцкого не знаешь, нихуя ты, блядь, знаешь. Ну, ты Высоцкого не знает, лично знаком. Нет, урод, блядь. Просто Паша нахуя, ебаный дебил. Где чел, который убил тебя? Вот он. Выживать 15 минут в режиме отряда. Цель выполнена на 3 минуты из 15. Ебаная мразь, блядь, денег не дает нахуй никому. Ты понимаешь, что он даже пиццу пацанам в жопице заказать? Ой-ой-ой-ой-ой. Олег, чё, когда ты пацанам с Stone Island отправишь? Паленку, за хорошую работу. Блядь. Хуй паленку, блядь. Олег, ты будешь нам вещи отправлять с Stone Island или нет? Ну, могу. Не паленку. Нет. Хорошо, Олег. Смотри, ты зачем едешь? Хочешь палить мой прикрытие? Хорош, просто. Обоссы его, нахуй. Сейчас, блядь. Я сейчас обоих просто доебашу. Я вырубил? Блядь, я сейчас сдохну, долбоёб, блядь. Там ещё один, чтобы он сдох, нахуй. Миллионер, Кофе. Миллионер, Кофе. Так, еще одна. Я быстрее убью, чем я рюкзак найду. Шестикратный при... Ой, хорошо. Ой, замечательно. Кто стрелял? Не знаю кто, но кто-то нехороший. Ты адекватный вообще, чувак? Паш, ты нафига это делаешь, а? Что там, копилку Олег уронил? Спортёрка. Да это Олег просто широкий, у него там, блядь, спина, Олег, рама, нахуй, тебя, он поворачивается. У тебя этой штучки нету, слышь, пояса. Надень. Пояс верности. Что ты мне свои пальцы показываешь? Андрей, иди нахуй. Олег. Да что? Ты же там рама здоровая, блядь, три Ван Дамма, да? Ну так и что? Поворачиваешься, на все задеваешь, да, в полуоборота, блядь. Сел нахуй, взял, спихнулся. Андрей, лицо твое задеваю постоянно. Жди рейди, Паша. Сука, давай, даже, блядь, ради тебя, нахуй. Как сильно поменялась твоя жизнь после того, как у тебя 6 миллионов подписчиков стало? Никак. Тихо, подожди, да. Олег сегодня с зала пришел, подожди, он еще на пампе, блядь, он там сидит, нахуй, просто, блядь. А вы что, от первого лица играете, что ли? Да. ББ, кликайте, чтобы это помахать, поедете в автобус. Я пожил в Калининграде, сейчас бы в кино пошли. Амир, куда ты полетел, блядь? Стой. Давайте за Амиром, блядь. Олег, это не Амир, это Ержан. А куда ты пошел? А, нахуй ты четвертый увидел, ты что, долбоёб? Он продает лицо, дурачок. Амир, тебе сколько лет? 26. А, подожди, он что, базарит? Да.
Умер. Базарик, причем жестко, блядь. Блин, меня ебашат. Помогите, пожалуйста, меня ебать. Блядь, ебать, охуенно стреляешь, я так понимаю. На нахуй поебало четко, блядь. Мы, короче, с ним ночью поехали в ебучие KFC и чуть в аварию, блядь, не попали. Вот это вообще классно. Помнишь это, Олег? Ты вообще охуел тогда. Ну, Олег, он сексуальный, да, у него только один взгляд заставляет просто нахуй. Любую телочку. Пацаны, прицелу надо, нет? Да, все кейсы. Олег, какие нахуй прицелы, блядь, сейчас. А помню. На кону твоя жопа, блядь. Прицелу надо кому-нибудь, нет? Олег, у меня, блядь, ПП нахуй, какие прицелы, я вам, блядь, стреляю нахуй. Слышь, пацаны, у нас здесь УАЗик был, да, по-моему, нет? Слышь, Паша? Блядь, вот, сука, ты считал боёк? Сейчас я перезаряжусь, ребят, подожди, ты просто. Олег, зарашим его? Да хуй, я зарашим. Без зарашим, реально, он заебал. Как я, Андрей? Блядина ебаная. Нахуй в лобби, блядь. Олег, добей его нахуй, у него хп там мало. Ах ты тварь, блядь. Реванш, ребят, реванш, блядь, реванш. Подними его, я приеду сейчас за вами. Да, Олег, сиди, блядь, сейчас он тебя. Блядь, ебись, блядь, ебинтуйся. Что? Обхуячился, блядь, спайсом. Ай, блядь, блядь. Не стреляй, Тарик, понимаете? Давай, пар, поехали. Поехали. На, нахуй. Просто все с ним. Страйк, блядь. Дебил. Блядь, два долбоёба, нахуй, ебано. Пацаны, если мы займем топ-1, я не удивлюсь. Андрей! Андрей! Андрей, пожалуйста! Нет, блядь! Дебилы. Так это... Андрей! Андрей! Только попробуй! Я бы сейчас сдох, блядь. Вот ты долбоеб, нахуй. Вот, хочешь с нами? Олег, только попробуй нахуй высунуться. И сразу в ебало прилетит. Ну давайте тут русская рулетка будет. Давай. Давай. А Паша какой? Олег, иди ко мне! Олег, прости меня, пожалуйста! Я отбирал, пожалуйста! Олег, я не хотел! Я очень быстро! Я очень быстро отбираю! Давай, кто кого? Не, давай быстрее! Давай! Сразу! О, хорош! Да дебил, блядь! Вы что, меня оба трогаете? За всякий случай, для профилактики. Гэнг-бэнг такой. Почему так время не увеличивается, блядь? Пацаны, а что по хп делать теперь? Да, похуй. Выше, блядь. Так сейчас для хардкорности надо. Все, поехали. Зачем? Да вы дебилы. Все, поехали. Кто всегда летает? Это мы. Поехали. О, нормально едем. Нормально едем, пацаны. Уй. Олег, ты прям скользишь охуенно. Ох, ебать, я зашел в домик удачно. Томми Ган, блять, охуенно. Вот в жопу его все. Томми Ган, ебать. Это все такая хуйня, на самом деле. Я так и не мог, блять. Блядь, у меня хп не теперь. Что, я нашел машину. Пизда. Олег, а чего ты думаете за хуйня? Какой? Ну, иди сюда, что это такое? Олег, у тебя есть, блядь, кота и вино. Сейчас. Где, чё? В кладовке здесь. Где? Вот здесь комнат. Ага. Олег, залезай. Да как? Подожди! А как? Это произошло? Ты видел, что произошло? Давай. Поднимай. Ты дебил! Нахуя? Ты чел? Давайте следующую карту, ребят. Ой, сейчас, подожди, патроны кончились. Идиот. Просто, чтоб ты сдох. Олег пришел, блядь, после тренировки заебанный, блядь. У него сейчас там, блядь, спина, шоу, экватор, нахуй. Разница. А давай на двух поедем? Там бензин мало осталось. А, ну ладно. Ну, раз. Ебаный, я тебе сейчас ебну, сука, ебан. Ну садись. Да что? Все, мы приехали, долбоеб. Сейчас сдохнет. Да ты еблан, чтоб ты сдох, нахуй.
Благодари Господа, что я остался жив. Я тебя, блядь, в твои ебаные колени, блядь, я прямо сейчас бы билеты посмотрел. У меня бабки появились, мне пиздец, блядь. Прицел забери-то. А, сейчас. Где он? И вот еще такие столы держи. Ничего себе! Олег, видел, как взрывом пиздануло? Охуеть, блядь, вот это взрыв. Видел, как взрывом пиздануло? Прямо рядом с нами ебануло. Я видел, что это была бензоколонка. Бензоколонка, блядь. Иди. Вот аптечка стоит. Иди забирай. Он так все дергается, что я ебал. Блядь, понятно нахуй. Дергается сейчас реально. Как там, Паша, это делается? Да чё? Смотри. Я ж не специально это делаю. Да стоп. Давай похилимся среди поля. Да, да, давай, ой, ребята, да. Это будем утоляющих выпить, блядь. Сейчас, ребятки, энергетики. Давай, давай, давай. Давай. Времени дохуя у нас, в принципе. Понятно, нахуй. Охуенно. Ёбаный Олежек. Чтобы никто не уехал. Не шуми, Паш, заебал, блядь. Чтобы никто не уехал. Да, нужно это самое сломать. Интересно, кто бы там как уехал. О, нихуя себе! Ой-ой-ой, сейчас взорвётся. Сука. Я так и знал. Я так и знал, что ты делаешь такое. С каких пор? Андрей там в чём-то делится, блядь, крыса ебаная. Что, ребят, ещё каточку пойдём? Давай-давай-давай. Бля, давай, ебанашка тупая. Давай, ещё один винтик. Ну что, нахуй, слить здесь? Вот реально, он вышка не дергает уже. Направо куда-то в землю смотрит, блядь. Э, куда, Андрей? Блядь, он здесь, что ли? Дурак, быстрее. Да дверь, ебаная, колесико. Я пошел. Ой, давай, 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 поехал. Рынь, крынь, крынь. А, пока что. Ёбни в этот самый, ёбни в дерево быстрее. Давай, 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 давай. Да бля, Аля, отдыхал, будет плакать. Да не-не-не, ты его поднимешь, он даже ничего не поймет. Давай быстрее тут. Думаешь? Да, да, давай. Так, пиздану в башку нахуй. Подожди. А что, точно сработает? Конечно, давай быстрее, блядь. Давай! Давай быстрее. Ты все как долбоя последний. Скажи, что ты очень сильно запрезался в дерево. Поэтому он выкупил. Нихуя не поймет, у него и так было мало. Я ему даже больше хп сделал, слышь, да, лайфхак. Да, да. У него было на капельке. Скажи, что я лайфхак применил. Да, давай. Так, я здесь. Почему я не в машине? А я тебя залайфхачил. Ты меня выкинул из тачки, как ты это сделал? Ну, через Ctrl-F. Через Ctrl-F. Я понял, ты меня вырубил. Нина, поднимай меня, можешь спасти. Ебанина! Меня сейчас убьют. Ебанина, нах, чтоб ты сдох, блядь. Я только подошел, тебя хотел. Чтоб ты сдох, тварь, блядь, я тебя ненавижу. Ланита Пауэр. Нихуя, мы еще и топ сейчас займем. Прикинь, топ один, блядь. Да не, ты что? Олег, кофе. Топ! Убийца кроликов убивает игрока, вы. Ну что, мой милый друг, на этом данный ролик подходит к концу. Я очень надеюсь, что тебе понравился. Да, это не я читер, не еще что-то, но, по крайней мере, здесь мы ламповые каточки отыграли, потроллили, порофлили, так сказать, друг с другом, и все прекрасно. Я очень надеюсь, что ты уже подписался на мой Инстаграм. Я думаю, что ты помнишь, что ссылочка на него есть в описании, и на мой Телеграм-канал. Там тоже будут всякие интересные штуки, интересные статьи и интересные находки от меня. Так что вот так вот, просто подписывайся на все это, и все, братишка. Также подпишись на Андрюшеньку и на Олежика, если ты еще не подписан. Хотя я в этом сомневаюсь, конечно. С тобой был Клейнс, Кофи и Эндифай. Покусики, спасибо большое, что посмотрел данный ролик. Пока.